В 2 года она не понимает, что такое игрушки, не может разговаривать, забывает слова, которым ее учили. И ежедневно превозмогает эпилептические приступы. У нее после пробуждения сна приступ. До 60 серий у нее идет. После приступа она, соответственно, вялая, ничто не хочет, ничто не признает. Потом в день по 4-5 приступов у нее бывает. Амина нормально росла и развивалась до того момента, как ей сделали детскую прививку АКДС. Через пару недель начались первые приступы. Индивидуальная непереносимость препарата. Врачи поставили предварительный диагноз – синдром Веста. Нас направили в Казань. Уже в Казани, пройдя более тщательное обследование, в заключении написали, что у нас криптогенный синдром Веста. Это один из видов эпилепсии. Вылечить Амину можно. Московские врачи направили семью в клинику в Испании. Там после обследования ребенку смогут подобрать нужные препараты. Это не лечение даже, это у нас полное обследование и подбор медикаментов. Так как у нас в России очень мало противоэпилептических медикаментов, пригласили в Испанию. Приблизительно общую смету написали 14 330 евро. То есть чуть больше 1 миллиона рублей. Сейчас нужно как можно быстрее собрать необходимую сумму. Параллельно семья покупает дорогие лекарства Амине и платит ипотеку, потому очень надеется на помощь нижнекамцев. В социальных сетях есть группа помощи Амине. Также перечислять деньги можно на счета, которые указаны на экране. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.